На 14-й Московский областной фестиваль «Долгопрудненская осень» театр ростовых кукол «Софит» привез новый спектакль «Разноцветные сказки тетушки совы». Ах, красота и доброта спасут мир! Разрешите всем представить моего большого друга, говорящего попугая Кешу. Юные зрители встретили премьеру смехом и аплодисментами. После показа спектакля жюри вместе с художественным руководителем театра обсудили представление. В адрес коллектива были высказаны как похвала, так и замечания с пожеланиями, которые, без сомнения, помогут творческому и художественному росту театра. Итоги фестиваля подведут после закрытия 30 октября. Напомним, что в прошлом году театр ростовых кукол «Софит» получил диплом за лучший детский спектакль «Неправильные витамины».